Привет, это Георгий Албуров, и сегодня я вооружен и опасен. А сейчас я вооружу и вас. Но знаете, не переживайте, это ролик не про то, как за 40 секунд собрать автомат Калашникова или как выбрать лучшую смесь для коктейля Молотова. Это обзор. Обзор приложения, которое мы только что обновили, улучшили, переделали специально, чтобы вам было удобно и безопасно воспользоваться им в сентябре. И это приложение умного голосования. Пишем в Apple Store или Google Play суперсекретный код «Навальный» и скачиваем. А пока порассуждаем, зачем оно вообще нам надо. В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму. Госдума сейчас полностью оккупирована единороссами. У них там 343 места из 450, и им это очень нравится. Любой закон можно придумать и сразу же принять. А нам такое нравится? Не очень. Даже если вы не сторонник Навального и вообще за политикой не следите, в любом случае это же неправильно, да? 76% в парламенте — это одна партия. Поддерживают ли 76% россиян Единую Россию? Не думаю. Так, смотрим. Скачалось. Открываем. Привет, наше приложение поможет победить Единую Россию. Сейчас скажем как. Как же? Нажимаем «Поехали». Так, тут у нас какая-то инструкция, но инструкции мы никогда не читаем, нажмем пропустить. Так вот, мы хотим отомстить Единой России и сделать так, чтобы в Госдуме было как можно меньше этих жуликов и воров. План наш супер простой и супер понятный. Вот столько единоросс набирают на выборах, вот столько набирают его разные оппоненты. А что, если голоса за оппонентов сложить, то есть всем голосовать не как попало, а за одного самого сильного соперника единоросса? То тогда все, единороссу крышка, у него будет меньше. Идеальный, очень логичный план. Если бы не одно «но». Как узнать, за кого именно голосовать, за какого соперника единоросса? С помощью вот этого приложения. Вау, вот это удача. Давайте смотреть, как это работает. Найдите своего кандидата против Единой России. Как мы видим, все достаточно просто. Указываем адрес, где мы живем. Я укажу адрес. Случайный московский адрес Владимира Путина, где он прописан. Он там голосует каждый раз. Это Москва. Академика Зелинского. Дом 6. Москва, округ правильно, район правильно, Зелинского 6. Открываем. Так, здесь пройдут выборы в Государственную Думу. Кто бы мог подумать. Есть адрес, время работы. И кандидат, за кого голосовать? Кандидат Воланд, самовыдвиженец. Ну, как вы можете понять, что кандидат это не настоящий, потому что настоящего кандидата, поэтому и по всем другим округам, мы объявим за несколько дней до выборов, и все они будут здесь, в этом приложении. Ну что ж, а давайте сейчас попробуем что-нибудь посложнее. Например, возьмем случайный адрес из Санкт-Петербурга. Это будет адрес губернатора Беглова. Санкт-Петербург, Нахимова, 15. Вот у нас в списке первый же адрес. И видим, что здесь все немного сложнее. Здесь пройдут и выборы в Государственную Думу, и выборы в ЗАГС Собрания Петербурга. Поэтому кандидатов тоже двое. Надо выбирать и кандидата в Госдуму, и вот этого кандидата в ЗАГС Собрания. И тут, и там будут правильные кандидаты за несколько дней до выборов. Ну что ж, листаем ниже, и что мы тут видим? Видим номер избирательного участка, его адрес и его телефон. То есть, проснувшись утром 19 сентября, вы поймете, пришло время прогонять Единую Россию отовсюду. Устанавливайте это приложение, вписывайте свой адрес и видите, за кого надо голосовать. Здесь будут разные кандидаты на ваших выборах в Государственную Думу, на каких-то местных выборах. Все это вы увидите тут. Здесь вы увидите адрес, куда надо идти, время, во сколько вы можете прийти и проголосовать. Обязательно расскажите это все своим друзьям и знакомым, которые живут рядом с вами. Пусть они тоже голосуют по-умному. А еще здесь есть классная кнопка «Подписаться на рассылку». Вы можете получать все новости об умном голосовании очень быстро. А еще здесь есть вот такая кнопка. Нажав на нее, вы всегда сможете открыть блог Алексея Навального, несмотря на то, что Роскомнадзор его запретил. Это приложение позволяет вам читать такие запрещенные материалы. Здесь всегда будут свежие расследования, свежие новости про Алексея и все, что происходит с командой Навального. Обязательно устанавливайте это приложение, и вы всегда будете в курсе самых свежих новостей. Как вы видите, мы с вами вдоль и поперек посмотрели все приложение, и нигде оно не требует от вас ни телефона, ни имени, ни почты, ни чего-то такого. И это мы тоже сделали специально.
Мы хотим вас, борцов с единороссами, обезопасить. Здесь не зашита никакая база данных сторонников. Здесь не хранятся ваши личные данные. Ничего не доступно всяким кремлевским жуликам и силовикам. Им здесь просто нечего ловить. Все, что есть в приложении, это огромный список из 1207 кандидатов в 1201 избирательном округе по всей стране. Смотрите на здоровье. Забыл сказать важное. Обязательно включите уведомления. Мы не будем вас доставать, пришлем один единственный пуш в сентябре. Напомним, что скоро выборы, и позовем вас смотреть своего кандидата. Вот и все. Мы предлагаем вам приложение, которое поможет вам прогнать Единую Россию из Госдумы. Оно простое и понятное, оно не собирает и не хранит ваши личные данные. А бонусом вы унижаете Роскомнадзор. Скачивайте его прямо сейчас. А мы еще очень сильно вас просим помочь нам рассказать об этом приложении вообще всем. Расскажите о нем друзьям, коллегам, установите его на телефон мамы и бабушки, покажите им, как оно работает. За следующий месяц нам вместе нужно сделать так, чтобы приложение скачали сотни тысяч человек по всей стране. Все остальные сайты с умным голосованием будут заблокированы, а приложение заблокировать нельзя. Казалось бы, такая простая и безобидная штука помещается в ваш телефон и в карман. Но именно это приложение — это ваше оружие в борьбе с единороссами. Вооружайтесь!